О, Господи. Итан. Итан, ты слышишь меня? Итан, у тебя сильный жар. У тебя ожоги на груди. Придется тебе раздеть и раны продезинфицировать. Это серьезные ожоги. Не знаю, смогу ли я помочь. У тебя руки изранены. Надо продезинфицировать. Не понимаю, зачем ему эти фигурки оригами? Я не врач, но сделаю, что смогу. Продезинфицировала. Пока нельзя перевязывать. Надо сначала обработать раны. Прости, я идиотка. Намазала на раны мазь от ожогов. Это облегчит боль.
это все, что я могу. Ну как ты? Итан? Он без сознания. Теперь надо ждать и надеяться, что он очнется. Как самочувствие? Бывало и лучше. Долго я так лежал? Около 3 часов. Почему ты опять мне помогла? Ты меня даже не знаешь. Знаешь, в детстве я всегда перевязывала братьям разбитые коленки и прикладывала лед к синякам. Но будем считать это силой привычки. Ты говорила, ты здесь из-за бессонницы. У меня довольно сложный период, вот уже несколько месяцев. Очень многое надо забыть. Я стараюсь как могу, но это сложно. Я уже 2-й раз нахожу тебя полумертвым. Ты как будто на волосок от смерти. Что происходит, Итан? Ты что, связался с мафией? Ограбил банк или что-то вроде того? Послушай, я благодарен тебе за помощь, но для твоего же блага лучше не задавай мне вопросов. Я бы могла помочь тебе. Никто мне не поможет. Ты и так много сделала, Мэдисон. Ясно. Я ухожу. Береги себя.